Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору ICO, где я выбираю самые интересные и успешные, на взгляд, проекты. Сегодня я хотел бы рассказать вам о проекте под названием Slossy. Это первое в мире мобильное приложение для ведения бизнеса, работающее на блокчейне. Итак, сразу у нас имеются ссылочки на все основные социальные сети, где можно смотреть последние новости проекта. Это хороший ход для расширения своей аудитории, так как максимально аудитория набирается именно из социальных сетей на данный момент. Вот так выглядит приложение. Вот здесь его уже можно опробовать на Google Play и App Store скачать. Также можно посмотреть тут небольшие видео, где вам расскажут вкратце о проекте, что он из себя представляет. Ну а тут расписано, что в него входит конкретно в этот проект. Состоит он из трех приложений. Первое называется Billboard. Это эквивалент Twitter или Facebook, где можно делать посты, выкладывать фотографии и чатиться. Второе приложение это кафе, эквивалент Tinder для ведения бизнеса, поиска ближайших к вам людей для найма на работу. Поиск единомышленников. Так, и приватное лобби. Это эквивалент WhatsApp, где можно уже чатиться один на один с конкретным человеком. Все довольно-таки просто и понятно. Все объединено вместе в одной экосистеме. Так, здесь у нас нарабатывается по токенам. Токен называется SLO. И стоит он у нас 8 центов за одну штуку. И вот так вот они будут распределяться токены. И вот здесь распределение ваших инвестиций показано. Дорожная карта также имеется. Расписана с 2018 года по 2020. Все их планы можно почитать здесь. И также познакомиться с командой данного проекта, про каждого из них. Зайти в профиль, почитать, посмотреть, кто где работал, чем занимался, кое-кого опыт в данном деле. И также познакомиться с консультантами данного проекта, посмотреть рейтинги. Они, кстати, практически максимальные. Вот здесь все необходимые документы. Fundraiser, White Paper, Pitch Deck. Партнеры, последние новости. Сейчас задаваем вопросы. Ну и здесь можно связаться уже непосредственно с командой по почте, если что-то не нашли на сайте, либо White Paper. Да, в принципе, по данному проекту все. Еще раз хочу напомнить, что ни в коем случае не призываю складывать именно сюда. Я просто делаю обзоры на интересные проекты. А этот проект, как я считаю, является интересным. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.